Oysters планшет, который T74MS. Oysters T74MS, который постоянно вываливает с ошибкой YouTube. Вот так вот. То есть вроде все ништяк работает. Стоит, короче, ввести активацию, сделать активацию Polymarket, ввести учетную запись. Как после этого мы сразу моментально получаем вот такую ошибку. Он, по всей видимости, пытается обновить это самое приложение YouTube. Но у него нормально не получается, она работать потом не работает. И мы его прошьем. Чтобы его прошить, нужна будет программа Phoenix Suite. Я, по крайней мере, ей пользуюсь. Еще, скорее всего, можно будет каким-то родным для Allwinner. А здесь процессор Allwinner, по-моему, A33. Еще есть родная софтина, но она LiveSuite. Но она у меня почему-то на десятке не хочет нормально работать. Гребаная десятка поставила, я теперь мучаюсь. Вот. И мы попробуем через Phoenix Suite поставить, и будет все ровно. Значит, мы еще, я хотел на нем показать Hard Reset, но Hard Reset я покажу после прошивки, то есть немножко перематываете. Ваша задача вставить кабель в выключенном состоянии. Я здесь тыкну в Reset, потому что он у меня не вырубается. Вы в выключенном состоянии подтыкаете кабель. Иногда нужно подоткнуть кабель зажатой кнопкой громкости «плюс», иногда с кнопкой громкости минус, иногда нужно подоткнуть кабель вообще без клавиш и раз 5-6 нажать на кнопку питания. То же самое иногда нужно с зажатыми клавишами громкости. Там плюс зажимаешь, например, кабель воткнут, и раз там 5-6 нажимаешь на питание, он перейдет в режим прошивки. Со включенного состояния тоже вроде бы он хорошо переходит в режим прошивки. Но это мы вместе с вами дальше посмотрим на компьютере, потому что я его не шел ни разу. Гуглим тему нашего аппарата на 4PDA, Oysters T74MS, не путаем, потому что нам, так вот, аппарат на 4PDA тема, не путаем, потому что там еще есть ряд моделей, от которых прошивки могут не подходить и могут ушатать вам аппарат. Значит, раздел драйвера и программы, качаем вот такую программу, Phoenix Suite. Она же поставит вам драйвера. До установления программы, или если драйвера не ставится, то нужно посмотреть видео по ссылке в описании. Мое видео есть. Как отключить проверку цифровой подписи драйверов? Отключаете, заново ставите, и драйвера поставятся вместе с этой программой. Больше ничего делать не надо будет. Дальше. Прошивка. Сток. Вот у меня, например, если развернуть планшет, на обратной крышке, на обратной стороне написано, что серийный номер у меня начинается с цифры 16. Поэтому я качаю вот эту прошивку. У вас, если что-то отличается, то вот эту. Если серийный номер не на 16 начинается. Тут еще есть такой интересный момент, что прошивку тоже вот так вот экспериментировать нельзя, потому что можно, в принципе, его ушатать. Прошивка не только отличается, как бы, ну, тем, что в нее заложили там какие-нибудь драйвера для другой платы. Ну и, например, плата вообще может отличаться объемом памяти, процессором, еще чем-то. В общем, эти эксперименты никому не нужны. Я все скачал. У меня все в папке Download. И вот так вот выглядит прошивка. Но она может немножко у вас отличаться по названию, но смысл не меняется. Файл img. Его извлекаем, создаем в корне диска C. Папку без русских букв и без пробелов. У меня это будет папка 2. И вот сюда я заранее скопировал вот саму прошивку. Img-шный файл, 900 метров, он почти весит, 864. Его мы прошьем вот такой программой. Программу мы тоже поставили заранее, потому что ей шьются все почти Allwinner'ы, поэтому я ей пользуюсь постоянно, и она у меня установлена всегда в компьютере. Она одна из первых приходит на компьютер. Вот так она выглядит, Phoenix Suite. В эту программу нужно добавить лишь прошивку. В разделе Firmware, файл, корень диска C, папка 2, и выбираем файл с нашей прошивкой. Не нажимаем обновить, потому что это не нужно. Не нажимаем. Мы идем обратно к планшету. И на планшете провернем одну операцию. Вот здесь вот сверху, не путаем, всегда подписано. Например, если подписано мик, то это микрофон. Микрофон тыкать не надо, вы его порвете. Зажимаю плюс. Нажимаю резет. Жду, пока программа определит мой планшет. Если она этого не сделает, то вырубаем. И с зажатой кнопкой громкости вверх несколько раз нажимаем питание. Но вот сейчас он у меня компьютером не увиделся. Так, я еще раз нажимаю reset и раз 5-6 нажимаю на питание мизинцем, пока он у меня не видится компьютером. Все, идем к компьютеру. На компьютере он мне предлагает продолжить для обновления прошивки. Здесь он, ой, уронил. И здесь он у нас спрашивает с форматированием или без. Я нажимаю «Да», потому что с форматированием, и соглашаюсь, что все удалится. Ждем, сначала он делает low формат, он форматирование на низком уровне отформатирует нам память, и можно будет туда залить файлы. Это сделает он тоже сам.
дожидаемся окончания. Прерывать эту прошивку нельзя, потому что иначе его можно окирпичить. Это далеко не шутки. Просто дожидаемся окончания, потом отсоединим и попробуем вместе уже на камеру. Я для вас чуть-чуть перемотал. В общем, сложность чуть больше 4 минут получилось. Окей, нажимаем. Планшет уже сам в это время стартанул, сам начинает включаться. Мы сейчас пойдем к самому планшету, посмотрим, как он закончит все свои настройки. А эту штуку мы выключаем и закрываем. Планшет у нас начал включаться. Как я говорил, я чуть для вас перемотал, и сейчас еще перемотаю. После этого мы его вырубим. Покажу, как попасть в рекавери, сделать hard reset, если будет такая возможность. Не на всех аппаратах на Allwinner есть такая возможность. И после того, как мы все сделаем, мы только попробуем, я не ручаюсь. После того, как мы все сделаем, вам нужно, ну и мне нужно будет завести учетную запись для чистоты эксперимента, не вводя старую, потому что вдруг это со старой учетной записью какие-то косяки приходят. Создать новую, к номеру телефона привязать симки, которая стоит в планшете. И после того, как привяжем новую учетную запись, первым делом обновить приложение Google, Google сервисы и YouTube. И посмотреть, как все это дело будет работать после обновления. Потому что вдруг это дело было именно в каких-то там обновлениях. Все, дожидаем. Сейчас он полностью включится, я полностью выключу. И мы вместе с вами посмотрим рекавери. Ну, я думаю, что безуспешно будет, но попытаться я хочу. Даже настраивать не буду, сразу вместе с вами посмотрим. Так, я его вырубаю. Настройкой мы потом займемся. Сейчас он вырубит. Значит, можно попробовать плюс зажать и нажать резет. И долго держать. Ну, скорее всего, просработает то же самое, но только с минусом. Но это совсем не точно. Способов несколько, поэтому мы будем пробовать все. Пробуем плюс и питание. Держим две клавиши. Экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Держать нужно долго, потому что по плюсу он также точно попадает, ну, в данном случае Allwinner, попадает в режим прошивки, поэтому плюс и питание можно держать очень долго. Нужно. Держим плюс, посмотрим, что из этого получится. Это совсем не точно, попробуем то же самое с минусом, если нет, какую-нибудь другую комбинацию выберем. Но здесь я вижу, раз он моргнул, значит он сменил... А, нет, смотрите, сработало. Единственное, знаете, что Android здесь 4.4.2, я не помню, какой стоял, 5 или нет. Ну, пусть будет 4.4.2, прошивку все равно я только одну нашел. Потом изнутри, из настроек, посмотрим, есть ли на него обновление. Выбираем Wipe Data Factory Reset, нажимаем питание, опускаемся вниз, ищем строчку Yes. Вот она, строчка Yes для этого User Data. Я выберу следующую, No, потому что что, я его только прошил. Он меня сразу перекинет. У вас побегут строчки, последняя строчка будет Data Wipe Complete, не умеет переворачиваться. И это будет означать успешное окончание сброса. После этого он перекинет вас в предыдущее меню, в самой рекавери, где выбираете Reboot System Now, и пусть пойдет перезагружаться. Я извиняюсь, что шумит. Это ролик, который вот мы писали сейчас, прошивка, он склеивается. Поэтому шум от ноутбука, ну ничего с этим не сделаешь. Все, дожидаетесь окончания, Reboot System Now, он перезагружается. Все, если просто делать hard reset, например, пин-код убрать или что-то такое, этого будет достаточно. Но большинство косяков убирает именно прошивка, сброс настроек, он там пин-код забытый убрать, графический ключ, что-то такое, ну, в основном не более. Лучше всегда прошивать, если аппарат попал в ремонт, лучше всегда его шить, чтобы он не вернулся вам по гарантии. Я тоже так делаю, даже если принесли на разблокировку, я все равно его прошью, буду знать наверняка, что стоит последнее обновление, и проблем с ним не возникнет, и мне второй раз не придется его делать. Все. Все по технике Oysters. У меня в плейлисте Oysters. Прям можно с главной страницы канала открыть по листы раздел и в по листах найти Oysters. Так, Wi-Fi я пока пропущу. Если кто-то так же, как и я, связан с этой работой, они должны знать несколько моментов. Значит, во-первых, надо делать на заряженном. Во-вторых, нужно обязательно брать у человека документы, подтверждающие факт покупки, если вы берете за это деньги. Ну и одно из самого главного, о чем нужно обязательно сказать, что на канале есть по лист полезное. Все самое интересное, важное, полезное с канала я собираю именно в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала, ну и в описании всегда есть ссылка. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.